знаешь, какого-нибудь, кого на кему можно. Нет, будем... иди в легкую, Сань, успокойся, все, не надо агрессивную. Ну я хочу тренд протектора, чтобы играл, понимаешь, это просто жестко. И шторма забанил. А, это они забанили, ёптвб. А, ну все, ты инвокер, значит. Я инвокер, значит, вот заебись. Значит, еще клопу забань, и все. Или батрайдера, бань батрайдера, слышишь? Опять какого-то керри. Спросите, за кого пинки будет фармить. Пинки, за кого ты кэри будешь фармить? За какого? А какой нужен? Какой нужен? Жесткий, очень жесткий лейт. Очень жесткий. Жесткий, вах. Ты кэри жесткий. Жесткий. Жесткий лейт, чтоб... Давайте рики попробуем. Фантомку, может. О, не, фантомка не килл любого. Мне не везет. Критами, ну нафиг. Да, если она вначале не будет нормально фармить, ее будут убивать, она ничего не сможет в конце взять. Ну конечно, пожалуйста, свет. Виспа забанили. Ну, опять висп пик у Джакиру. Них. Джакиру, значит, я отбери. Значит, Николас на Джакире опять будет, да? Так, надо подумать. Вич доктор или варлок? Что лучше будет? Варлок. Прям станем туда. Это же Старладером. Вот ты посмотри. Да то же самое. Так у нас варлок. Может я теперь пикну опять Энигму себя? Да. Да вот, сейчас вообще залетит с варлоком, слышь? Погоди, надо подумать сейчас. Подожди. Я могу пожечь. А чё, а чё с варлоком? Лучше, кстати, мне кажется, действительно лучше было этот кидать каску, блин. Банку, вернее, доктора. Опять виз чека, да вы заебали. Слышь, пацаны, может такая тема? Варлока на мид, а еще одного саппорта Тайтхантера или еще кого-то. Почему тебе не нравится инвокер? Он в блэкхолл только дэмэдж вольет. Потому что я другое, кажется, хочу сделать. Я хочу взять Санкинга. Знаешь, сколько он в блэкхолл дэмэджа вольет? Намного больше, чем твой инвокер. Нет. Короче, Джакира быстренько вейлку собирает, и у нас куча магического урона. Давай еще Рубика. Антимаг забань. И Квапу. Они банят. Вот Джакира пинки, я на Рубике, варлок в мид и так далее. Договаривайтесь сами, пацаны, мне все пинки равно. На ТХД сядешь? Ты хочешь сказать, что кто-то из вас другой будет керри? Фил хорошо фармит на самом деле. Фил хорошо фармит на самом деле. Игра слита? И Саня будет Нет. керри. Какой-то там семи. Бен очень тяжело зашел против ЧК. Ну, ты предложил. Вроде ну, все равно вошел. Справились. Тяжело, понимаешь, на старте ну, было. Потому потом что они норм. Были не нубы, понимаешь? И там с виспом вот ты считал, что ты с Веном типа выдержишь, там броня, все дела. Я выдержал, я Ешку включал и много урона поглощал. Ну да. Они же меня как, первый раз станили, потом виспом кизерили, а потом я выходил. ШД, чтобы тебя прятать от них, раз и спрятали, все. Они такие, блядь, кого бьем? Ждем его, блядь, башня нас бьет, сука, пиздец, знаешь? ШД, охуенно. Паня Рубика. Потом еще три иллюзии, никакой из них настоящий. Хорош. Что ты теперь пикнешь? Теперь думай. Может, Зевса? Нет. Да ну. Вообще никак не заходит. Нужно честно. Быстро убивать виспа, чтобы он не бафал ЧК. Они забанили именно таких героев. Никса, этого Сарма. О, Войд быстрее всех убьет виспа. И Луна тоже. Ничего так. Я хочу Синигму пикнуть, пацаны, опять же. Ну, пик, ёпта. Антимага тогда забанит. А, хотя нет, не надо. Да у них есть керри, зачем вам еще? Это ж не китайская дота, на мид пойдет антимаг. Можешь джиггернаута взять. Гонам. Нет, джиггернаут это вообще иллюзия, вата. Он ультанет, это дайте, вата, вот это вата, это джиггернаут. По иллюзиям прыгать. Знаете, кого я бы взял? Канцер Лансер. Я бы взял Марту. Канцер Лансер. Предложите пинки Лансера. Для Марты Омник очень хорош, блядь. Просто РПЛ кидаешь, не надо... Сань, давай ты на миду варлоком стоишь, Сань. Ну зачем? Ну блядь. А понимаешь, хотят пикнуть этого умника. Очень сильно хотят. Я бы на умнике поиграл. Короче, ладно, я пикаю инвокера последним пиком, чтобы они подумали. Чтобы не раскрывать свою страту, чтобы они забанили кого-нибудь урода. Мне кажется, они посмотрят мой профиль и все поймут.
Кстати, у меня уже на этой херне 15 убит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да и чё? Нет, всё равно он сосёт. А базарю на меди ассасинов. Сайленс, релокей. Если там какой-то масс, мы все умрем. Значит, когда сайленс, нужно просто отходить. Нам нужны аттачеры, нам реально нужна мартра. Мартра будет спокойно нарезать. Быстрый БКБ, чтобы и людям... Нет, мартра реально нужна. Омник. Я какой, если омник БКБ успеет ульту там... Тебе так жалко БКБ, ты понимаешь, что БКБ это незаменимый, нельзя заменить БКБ омником. Да репейл, блядь, действует дольше, чем БКБ, ты что не понимаешь? Ты тупой, сука, ты понимаешь, ты знаешь, что такое статы? Нет? Можно другое собрать. Почему даже она не может вместо этого собираешь пособирать урон, просто статы на урон? Или там еще что-то? Блядь, ну то, что ты будешь тонкий, БХ. Ну вот она тонкая под репейлом. Физическими атаками ее не убьешь, у нее мисы. БКБ. МКБ, короче, сколько они будут нам сейчас придется... Вот, вот эта тварь будет с МКБ, блядь. Вот эта маленькая крыса. Я чувствую, что Пинки пойдет нахуй. Саня, я чувствую, ты на Варлоке мид стоишь. Что это? Ты хочешь сказать, что, блядь... У Эндвокера тут нет смысла пикать. Почему? Ты хочешь сказать, что ты послушаешь по ухохла и пикнешь омника? Ну ты... Я омника не пикну, я другого мидера пикну. Ну ты понимаешь, ты очень... В предыдущей игре не очень сильно гангал, я тебе так скажу. Я вообще не видел у тебя особых гангов. Я тебе так скажу. Если ты мне скажешь... Я посмотрю, как ты соберет БКБ. Он его никогда не соберет. Если мне сейчас пообещаешь... Ладно, я буду делать нечего, если вы меня будете встречать. И чтобы не было такой хуйни, когда я захожу, меня встречают и ждут пизды. Вот это чмо я забанил. У нас 4 интовика будет сомник. Ну да. У нас сомника не будет, у нас инвокер будет. А, ну что, они антимага пикнут? 4 интовика с инвокером. Инвокером. Ну, ты который сказать, ничего не сможет делать под салом. КБ. БКБ пробивается. Салом. Нет. Да? И... Нет. Да? Масультой он имеет в виду. Да, масульта пробивает БКБ. А у кого тут масульта? У сала. Сальница. Ну, да не, они гребут на самом деле. Я уверен, пацаны. У них БХ. ПХ, сука, МКБ соберет и просто уничтожит Марку. Кенчи будут, Саня? Можно тинкера попробовать, как вот я такая тема? Нет. Пуджа нет? Нет. Пуджа? Нет, пуш это не вообще. Сделает, сюда пуш не нужен. Да, пуш тоже. А какой лидер сделает, скажи мне? Я тебя предъявляю мидеров. Пак, инвокер, Драгон Кнайт, ну инвокер Шефиент. Давай. Инвокер. Финда не надо, финда я вообще не буду брать, потому что один раз убили, опять душ копить. Ой, блядь. У нас один кэрри. Что, возьмет он антимейджа или нет? У них 3 кэрри. Сайлентер не кэрри, я тебя обрадую. У нас 2 кэрри. Тогда у нас 2 кэрри. А кто у нас кэрри? Я. А ты не будешь качаться в шкере? Ну, если я могу под конец собрать МКБ. Саня, послушай меня. Не знаю, слитая игра. Всегда вкачивай все скиллы сразу на единицу, чтобы ты мог все скиллы кастовать. Ладно, все, не бугурти, я вкачаю все скиллы на единицу. Короче, сейчас Николас покупает шкуру обсервера. Варлок покупает 2 пачки сентрей. Просто 2 пачки. Понял. Одну пачку дает мне на всякий случай. Энигме. Да. Понимаете, забанены все мидеры, которые могут обоссать инвокер. Ну и чтоб не берсав пойдет на мид и меня обсыпает. Николас, и обсерверан сейчас дашь. Блядь. Мид, нифига себе. У андроид может быть мидером? Да, может спокойно причем. Мне кажется, у них будет агрессивная трипла сейчас. На легкую пойдет в андроид, на мид сайлинг. На... Если Марта не скажет. Хрен знает, кто куда пойдет, честно. А чё это я на Мартре, я не понял. Ну ты на Мартре играешь. Все решено давно. А какого хуя я на Мартре, я не понял. Ну слушай, какого за да кого вы решили все, я не понял, нахуй, блядь. Кто пиздел наливаю, целыми блядь днями про Мартру и Омника? Хватит, сать. Так, понял, репорты. Парни, я уже его репортил, кто поможет? Я тоже.
Яри хочет. Ну, спасибо, Саня, это лучше. Я сказал ему, что я не умею нахуй играть на этом герое. Нахуй. А блядь, я уже на него, я уже его репортил. Скажите ему, что свапнемся. Раз, давай я с ним свапнусь. С тобой могут свапнуться играть, точнее. Тобой свапнуться. Можешь на инвокере играть. Не, все, доиграю, по и все. Вы мне сказали, что ты ХД будет. Какого хуя вы меняете правила на протяжении игры? Что ты как баба, пиздец, просто. На протяжении игры все правила поменялись. А, я могу играть на Мартре. Пип, пожалуйста. Нет, я сыграю Николас. Николас, ты тоже сольешь на Мартре. Напикали все хуйни, которые хотели, блядь. Да ты как вам баба. Насрать, что будет дальше. Давай, Пинки, давай, давай, я на Мартре, Пинки, давай. Что ты такой нытик, сука, закройся. Николай. Что я сейчас будешь неправильно сказал, блядь? Ты нытик, блядь, жалко. Будешь мне поправлять. Я не шпульный. Вы понимаете, что он просто затарлил нас? Он не затарлил, он просто панул, как баба. Вы все затарлили. Просто затарлил. Да мне холодно. Ни хрена у вас тут петушко. Ой, тут у нас Пинки, ты че? Турик, ты знаешь, кто тут батя за инвокера? Фил? Да. Я Мартре собрал кучу всего и не смог никого убить, потому что у меня криты не выпадают. Саня, ты сказал... Сколько хуйни я понасобирал, не мог убить никого. Да сука, ты можешь не ныть, блядь, долбоёб. Ни хрена. Да я не ною, блядь, ты пасху подними, да, школьник, блядь. Я это всё стримлю. Я тебе вот толпил, не знаю, господи, сука. Короче, я на Мартре сыграю. Рот, блядь, закрой, не ебучий. Сыграй, я на чём. Сука, блядь, ты заебал, блядь, пиздобол, обоссан. На 3 хд. Обоссан, блядь. Пинки будет на Энигме играть, да? Да, Пинки на Энигме будет играть, мне всё равно. Всё, предлагаем свап. Обменяться героями. Блять, чё? Ой, я случайно стопнул, пацаны. Блять. Всё, я Март... Господи, блядь, у меня закон! Там чё хотели? Рот закон! Закон, блядь! Пацаны, дайте мне кто-нибудь... Дайте танго, короче, фласку, пацаны. Харри, ты прости, что мы так, у нас тут просто так всегда. Просто ты сам это начал, ты должен извиниться за себя, а не за нас. Николас, дай танго. Я твой рот долбил, его рот долбил. Я не слышу тебя за этим. Николас, дай мне танго, короче. Я не могу теперь, я гайдик не могу. Мне срочняк надо. Чувак, чувак, показывает. Чувак, они не ради доты здесь, а ради бугурта друг друга. Пусть обоз Пинки, блять, купит танго, сука. Дай мне танго, Пинки. Как? Пинки танго, плиз. Что мне качать Энигме, блядь? Дай, да иди нахуй, ты долбоёб, блядь, первый. Эй, да ладно, качай Энигме. Второй. Да, слушайте, да я вашу игру... Танго? Я посмотрю вашу игру, вы не против. Стрим, стрим смотри. Танго! Смотри, стрим, танго да, танго ссылку да, дайте. Да не, лучше смотри, ну там, ну игра-то с задержкой, а стрим не задержка. Танго, суп, танго, где танго, где танго, где танго? Умеешь пользоваться, не... Шурик? Шурик, а? Трипла на лёгкой? Да, трипла на лёгкой. Я тебя вообще не слышу, Николас. Понял тебя, понял. Смотри, видишь, у меня никнейм в ТС какой? Но... Интересный, да? Ничего не напоминает? Да. Там варды остались. Николас, короче, такая тема. Вам сейчас придется мне давать эти. Зачем мне варды дали? А где психера, пацаны? В чем дело? Я типа варды еще не знаю. На базе оставили, может. У Пинки. Сэмси на базе валяются. Может, кто-нибудь дарать, да? Подождите, так я в лес иду или нет? Блин, короче, все, пизду, я ливаю, я не хочу. Не надо, Саня, успокойся. А куда вы меня хотели поставить? Ты просто еблан, сука. Да. Я тебя уже репортил, пидорас, обоз. Зарепорт меня по максимуму. Не надо пуштиню, пожалуйста, друг мой. Я поставил барни, ты счастлив? И тут центри нужно ставить. А центри на базе остались. Почему ты не знаешь? Триплы должен стоять, чека, сало, гист. Я лучше в лес пойду. Ты, да, ты, да, ты пойдешь в лес, сука, тупая. Так, блядь, меня запутали, сука. Мне по-любому нужен танго, дай Николас. Ты шутишь, у меня нету больше. Ну, ты понимаешь, я купил Sage Mass. В начале игры Sage Mass я купил. Ну, базилку сварить. Ну, кому спасибо надо сказать? Охло боссаному. Плюсы, а? Сука, дебил, блядь, ебану. Блядь, не будет отводов. Почему? Нет! Нет! Я отменил. Как сказал бы Infection, ебаный в рот, пойду сделаю отвод. Слышишь, Пинки, надо картинку сделать. Видел эту шаблон фразы великих? Да. Вот, туда Infection, короче. Ебаный в рот, надо делать отвод. Вот это что-то будет. Будет раный. Надо шаблончик найти. Народ, может я дурной, но как к этому пику Мартра подходит? Ну просто он нарисает любого. Тупой что ли? Она типа килл любого, вот они думают, что получится. Хохлы не думают, а мы думаем, понимаешь? Остроты. Вот увидишь. Знаешь, у меня есть еще один знакомый хохол, он думает.
Он дантист работает. Меня тоже. Хохлы думают, ты что вообще хуя? Блять, есть нормальные хохлы, а есть пинки, блять. Сука. Сальные хохлы. Интоксикированные. СС. Блять. Шо вон. Слышь, а может он заворчит? Нет, нет, я бы сказал так, есть украинские, а есть хохлы, блять, сука. Вот ты хохол, блядь. Ладно, а нет, у меня знакомый украинец. Пойду я съем сало, что ж вы не робите? Ну зачем так? Треба трошки больше сала. Нормально, мы не подошли. О, где ж моё сало? Не, знаете, мне на самом деле очень неприятно. Не, не надо пока. Пока не пали, блин, грипы сейчас спалят на самом деле. Николас, а как ты так стрелку делаешь? Николас. Николас, сюда, сильнее. Сюда идет, осторожно. Это линия, ты говоришь про линию, да? Да. Кто это за линия? Такую зеленую линию, да? Да, что это за ересь? У меня такая это же, конфиги. Это просто... Это просто фигня, конфиги. Это конфиги. Просто в конфиге прописал. За пуджа так хукают. Стрелочку прописал в конфиге. Она показывает, докуда действует способность. Куда ее можно применить. Удобно. Но я на нее редко обращаю внимание. Я вообще без этой штуки живу. Можно понять, когда ты, значит, сможешь кастануть, когда прикасите придется еще. Нифига подойти. Он меня нарезает. Николас, за что тебя на отводы поставили? Да, бля, я не а знаете, кто нанизу? Так, нельзя, их под башню нельзя заводить. Кто нанизу? Чека и виск на фрифарме. А я думал, боссовые пинки нанизу, блядь. О, а нет, боссовые пинки, что же мне делать, меня поставили? Да насуй ему, пожалуйста, варлок, я тебя прошу. Что? Вот, вот это здорово, насуй ему, чтоб он не лез ко мне. Маледикт поставлю, сейчас маледикт будет, пацаны, пошлите, 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 до конца дота, маледикт, маледикт, маледикт. Ты еблан, что ли? Ты за них играешь, долбоёб. Маледикт. Это охуительный санстрайк. Это пинк заорал. Да, это пинк орёт. А чего мне килл не отдали, сказали бы хоть, я вообще стою тут не слышу ничего. Мама, мама, у меня тут пинк орёт. Да, блять, я просто думал, что он там... Я думал, что его там заблочат, ёбаный в рот. Таня. Кто? Тебе привет, Атмар. Что это такая? От Марии, которая нас списывать давала. А, есть юг? Ну заебись, да. Она что там у тебя сидит, лол? Она тебя насасывает? Она тебя насасывает, да? Я на самом деле тоже нам завардили спот. Ссылку на этот стрим дал. Нам завардили спот. На базе стоят. Блять, сука, этих эталонов еще контролить надо. Да пинки, сука, закройся, долбоёб, блять, ебан. Пацаны, короче, сейчас подходит стрим. Надо показать, как Саня играет. Вот, Саня, короче, у него санстрайк. Он против медведя стоит. Медведь на лов. Давай, давай, давай его. Саня, давай. Саня, он тебя ловит. Корни, Саня, делай что-нибудь. Ну, понял. Ты можешь не орать, долбоёб? За пинки выиграли. Пинки за выиграли. Поставь ворот, пожалуйста. Ай, я за мной выехали, блять. Иди сюда, сука. Ну давай, подождёмся, блядь. Где мы? Видишь, где мы? Забираем. Слышь, на него хил. Иди сюда. На, фиг. Что я не слышу? Уничтожен, блядь. Да, короче, забей. Тут просто баха ходит в инвизе. У него вообще лоу хп. Если у него повешилку, я кину нож, он умрёт вообще на раз просто. Пацаны, а чё карт никого не поставили? Блин, крепач сейчас не добил. Да потому что рот ебал этот хард. Так и будет. Так будет с каждым, блядь. Понял, сейчас у меня чурки, будет миндайкер. Чурки, если не знал, это новая я дота. Я с колом буду влетать, вот там, влетать. Что это за еврейская дота, такая, где харда нет? Мы сейчас так играли, я был на ник, меня так затащил, просто боженька. Я такие был колом. Я тебя там затардил. О, спасибо, мне пока не зачем. Они... Кстати, в лес пошел аккуратнее. Николас, курицу не проси. Те, пацаны, аккуратнее. Я ее отвел, бери к себе. Все, ставь здесь интриак. А слышишь, Шурик, ты же у нас на Enigma умеешь играть? Как эделоны множатся? Они могут второй раз помножиться? А, нет, просто... второй раз нет. Вот же берем вот здесь интриак, ставь стан, раз? Делай. Нету, а есть. Они один раз только множатся. Там сколько? Тут, по-моему, 6 ударов, и они множатся. Давай стан а ставь. А больше, чем вот эти два раза, не множатся? О, нет. Там тупо времени не хватает. Ну, по крайней здесь мере, мне не хватает. Даем килл. Ай, блядь. Заберем. Вот это стан! Да, ладно. Я сам вообще не попадаю станом у Джакера. Спасибо, Пинки, спасибо. Я такой распорный. Мне нужно размножить эдолончиков. Спасибо, Пинки. Ну мне на дюпать их надо, спасибо, понял тебя. Нет, блядь. Никаких вопросов, Пинки, все в порядке.
сука, сука, вардеп, не видите, пацаны, на линиях вообще вардов нет, пацаны. У меня уже есть этот блиндагер. О, блиндагер! Зачем он тебе? Знаю я, ну блять, а как? Слышите, а мана будет? Мана для джекерки нет. Ботинки, а ты чё собираешь? Ну, ботинки какие? А какие нужны нигде ботинки? Там написано ПТ, не собирай ПТ нахрен, собирай аркан. Ну почему? ПТ же няшные. ПТ вообще нахрен не сдались. Ну оно же няшное, это же постоянно. Нет, пацаны, победите, игра, пацаны, саппорт, я вас умоляю. Такой еблан, пиздец, Финки. Блядь. Где наши споты, почему их нету? Потому что стоит вард. Твою мать, деревья все заспотились. Деревья. Весь лес мне. Там я что ли с них грибы убиваю? Стан, стан! Шел, стан. Стан для слабых. Блин, пацаны. Снял. О, здорово. Стан для бомжей. Куда мне идти, ганденчик? На низ. Трипло. А да. Пацаны, соло, трипло, унижай. Вы меня честно доставили уже. Да, пацаны, да, там минус 3. На руны, господи. А? У них команда странная какая-то. Маны нет вообще. Чекай и висп, это там чека на прифарме, и все, что сформил, это тапок, блять. Просто пиздец. У меня же блиндагер свой надо тапок. Надо пропушить нашу эту. Вот лах. Шурик, скажи, у них варды есть, Шурик? Ты говоришь монотапок. Как нужен, я тебе да? Посмотрю, где он у них стрим. Варды есть, а, я ты стрим смотришь? Монотапок, да, Шурик? Да, монотапок, потому что там... Мне постоянно маны не хватало на... Так и куринг всякие хуйни. Сань, еще что есть? Сань. Этого нет, мало. Там даже ма. Кому там меня? Курица с тапком летит, скажите мне, пацаны. Тапок для слабых. Книгами, да? Давай, секунду. Тапок для бомжей. У нас летит. Николас просто уикинг. Да. Просто да. Генч. Такой генч, пизда. Да. Саня съел. Генчик. Пацаны, это генчик. Просто пиздата. Он на лоу. Я думаю... Я думаю, я тебе прощу, если мне телепорт, блядь, купишь. Ладно, Сань, для тебя все что угодно. Саня спиритом фармит. Ух ты ж, блядь, вы посмотрите на это! Гангают! Гангают Кэрри! Ты телепорт купил мне, блядь? Да? Купил, блядь. На тебе трак, чека с виспом прилетели на мидл, Николас, нарезают, уничтожил. Унижен, Мара, просто попал. Так, у меня есть ульта. И простили мне тот стан. Ну да, есть, это жестко. Я тебе, блядь, тот стан никогда не прощу, на что долго грубо, блядь, остальный пиздец. Что даггера тогда и ульту. Пацаны, так-то у меня есть, блин, даггер. А пока не надо, нам Джакира нужен по-любому. Не надо что-то с ним делать. Лишний стан никогда не помешает. Николас, захвати с центра варды, пожалуйста. Я бегу, слышишь, инвокер? Какие центры варды? У Николаса ботинок и кольцо. Дай я куплю себе войтстон. Дайте Николасу пофармить. Ты совсем дурак, Шури, я пофармить. Он саппорт. Что у вас меку собирает? Спасите его, господи, беги! У вас не будет мехи. Убейте его, быстрее! Опять Николас убили, как так Николас, ответь. Хорош, Сань. Так получилось, не портанул. Блин, тупорылый крит. Пол говорят. Фазы тип. Привет. Через крипов помогают. О, Саня чека убил. Сейчас виспа. Унижает виспа. Сашка всех убивает. Догнать не может виспа. Сашка, давай его, я ему в блэкпол запишу. Помогают. Виспу по... Да! Висп попущен. Ты готов? Давай. Да. Кому, так, мне на низ летят эти собрал? Сентряки. Николас, покажи мне пинки, покажи мне блэкхолы. Не, пинки useless. А, он там? Понял? Понял тебя? Пинки умирает. Спаси! А, меня распидорасило! А, убей его! Уничтожь! Гостан, гостан! Быстрее, уничтожь его! А, бис, чека, бис, чека! А, чека! Вы что, сану интеллекта хотите прибавить? Пацаны, вообще капец, честно. Я не могу ни одного килла сделать, у меня 3 саппорта уже. Ну как мой блэкхол? Варды покупать будем. Ну что это, блядь? В жопу пошел. Медведь, наверное, охуел. Сука, ради одного медведя, блэкхола. Погоди, ты в медведе или в герое с блэкхолом? Блядь. Ну, блядь, ты понял, о чем я? Да, я понял. Все, я на линию пошел. Надо было сломать эту палочку, Николай. Все, пацаны, ну не трожь, что вы что забыли? Палочки брать. Да. Подбери эту палочку. Давай убьем эту суку. Все, делайте пул, пацаны.
Так, мне нужен... У меня есть монотапки! Я пошел пулить, ты... Есть арканы. О, давай, давай, давай! Максимум аркана. Максимум аркана. Я иду, слышишь? Николас, это ты от заливки маны так? Ой, просто мана божественная, ты не представляешь. Блин, как будто посрал после недели запора. Да ты не представляешь, блядь. Парни, выехали. Кто там? Саня. Марлок, давай его сберем. Санева, Санева. Убивайте этого сайленсера, я тоже это делаю. Решил развернуть на весь экран. О, там дом брака, пацаны. Операциональный перехват, давайте. Операциональный перехват, 150. Ау. Я не пойму, что у вас там происходит. Да пиздец какой-то сейчас был. Меня просто убили. Ну, Black Hole. Будет Black Hole. А хрена не Black Hole. У тебя он что, на КД? Я сейчас на четверых Black Hole скину, но, блядь, 70 секунд КД. Он очень долго откатывает. Ну только если так. Давай, Марта, кил любого. Марта, кил любого. Может, поможешь мне немножко? Марта. Ну давай, я смотрю, не получил любого. Сало, сало. Да вы замахали, вы смеетесь. Кен сало. Ой, спасите Джакиру. Операция спасите того Джакиру. Ты смеешься, скажи мне, Саня. Ой, спасите Джакиру. Джакиру спасай. Сука, блядь, вы что, если не релокейт. Спасите Джакиру. Виск! Неожиданный виск! О, нет! Опять! Ты понимаешь, что это, блядь, просто автоатака? Где затрахали? Пошел нахуй! Нашка, держи! Война продолжается уже пару минут без остановки! Давай! Кто там куру присумонил? Ну, у меня опять саппорт! Блин, пошли с пилот, ты меня замахай! Блин! Давай, Пинки, уезжай! Я в тебя верю! Попусти сайленсера! Драный стиблер! Покажи ему, кто здесь какого откуда! Уходи с Пинка, уходите! Да ну нахуй вы уходите, блин! Ой, есть демон. Black Hole сейчас, Black Hole, не уходите, не уходите, растягивайте их. Да, вот так вот. Вот так вот, полетим к нему. Ой, блядь, я же спавнил, сейчас только тут такая дота, что я не успеваю. Black Hole есть, давайте Чика уничтожим просто Black Hole. Нет, давайте я его оставлю. Давайте я его оставлю, я не хочу тратить в одного. Хотя у меня есть Маледик. Саня там насилил. Так кто, сука, стильно это, блядь, автоатака, блядь? Ясно. Сука, ты понимаешь, я не ласхитил их, блядь. Я видел. Может быть, я демеджу больше, чем ты, нахуй. Ну мне киллы больше нужны, ты киллы избирать, как ты играешь за киллы. Блядь, ему можно, он Саня, он... Да вы Black Hole, слушайте, Black Hole! Я пока не оформлю БКБ сейчас. Да один БР только парни на ходе БКБ устал. В жопу. БКБ ты тебе на голову сразу. В жопу пошел. Я хочу выживать. Блядь, да на что? Чтобы не залетал и салить. Пинки, у тебя маны нету на Black Hole, куда ты вылез? Да я знаю. Что ты делаешь? Я каким-то характером, ну, блядь, я не понимаю, как. Я его отменил, но потому что... Убивают Джакира, убили Джакира, выжил один вау. Это не дота, это не вать нахуй. Я не понимаю, почему я кастанул Black Hole, но он все равно кастанулся, хотя я его отменил. Ваш не понимаю. Это умение нельзя отменить или что? Берегись, останется с тобой. Догнай башню, Варлок. Харри. Догнай башню, догнай. Не отдал башню врагу. Медведя первый башню сломал, сильно мид проебал, сука, не твоя. Пацаны, варды опять надо бы обновить. Тут сами серго заберем. Блять, там Black Hole еще кучу времени ждать. Сука, какой алло. И не сам, что его реально нельзя отменить. Варды надо вот здесь наехать. Что дальше собирать Энигме после всего этого вкусного? БК? Пацаны, вы в чат. БКБ, я... БКБ. Вот сейчас. Да вы хоть крипов не трогайте, замахали. Как ты же механизм мне там не дают фармить, там не дают фармить. Саня, последний раз убили до своих. А. Я? Иду. Ой, блядь. Я был позади, блядь. Три самки. Это просто пиздато. Кто из вас меку собирает? Что здесь настоящий, блядь? Я заканчиваю сейчас. Тёск Найт. Сука, Шурик, заткнись, блядь. Не флунди. И так пиздобойся, блядь, хватает, сука. Нужно будет поднять всё, что лежит там, да. Ахуй, блядь. Ты тупой, блядь, или как, сука? Интересно, зачем? О, еще и этого убили Джакера. А, вообще жесть. Ой-ой-ой. Марта, ну делай что-нибудь, ты пуловая, сука. Нет, это я еще буду чистить. Марта, разговаривай. Репорт. Просто репорт. Просто не игрок, а репорт. Пиздец просто. Человек репорт, блядь. Я ему ничего не сделаю, так что ты молчишь. Да, ну.
отсюда. Бил любого! Смотрим на Марту 9 уровня, блядь, без ничего, сука. Марту пин ставьте. Да ты повыебывался, пикнул Эдигу, красавчик, Пинки. Я все правильно делаю, блядь, что тебе не нравится? Да раз. Что тебе не нравится? Ты там, блядь, рэмпейдж почти дал под моим маледиктом всем остальным, нахуй. У тебя нет маледикта, хотел бы, застилил, нахуй. Забирай, Николас. Оу. Воу, полегче, парни. У него армлет. У кого армлет? Помогите ему, блядь. Там релокейт, вид. Быстрее спасайте его, пока не... Быстрее, пока его не спасли. Ой, блядь, давайте, давайте. Ой, блядь, где этого пидора? Ааа, сюда, сука, иди сюда. Офигенно, Николас застанил виспа. Да, на базу кишачим, где это правильно. Пошлите на топ, у меня есть Black Hole. У меня демон есть. Нет, давай демона. У меня 800 хп. Где ты, Варвинг? Похи мне, пожалуйста. Давайте, я на сало прыгаю, блядь, ему показываю. Они уйдут сейчас. Пинки, прыгающие на сало. Сука. Этому обходится так. Свечка не скажет. Это вы дураки совсем. Больше, больше подбрасываний. Пацаны, почему картинка в стриме залагала? Убирай еблан. Хорош. Наконец, спасибо. Все, БФ есть, Эрго. Ну, давай, пойдем пушить. Тебя я назову Нигма Джуниор, тебя Нигма Младший, тебя вот Фил. Я просто хохол, блядь, сука. И ты не мог. Я тебя такой фигни не ожидал, честно. Вроде за всех персонажей умеешь играть. Да. Тут виз. Давай деремся, блядь. Я за всех умею играть. Залетайте, блоков ставьте. Блядь, должно быть мастер показ. Чужик, ты за всех умеешь играть. Нихуя. Да. Фидить за всех умеешь. Да. Давайте! Быстрее, быстрее! Варлок, варлок! Беги, Николас! Николас, беги, 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 быстрее! Вот там со всеми разберутся, пока я бегу, блядь. О, вот это блокхол! Я должен успеть стан. Стан успеть дать. Блокхол, блокхол, царь. Я должен успеть стан успеть дать. Бля. Пинки тащит. Мадафака. Минус 3. Минус 3 на 0. Мадафака, это номи лайка. Красавчик. А чё вы голема-то не... голема не контролируете? Ой, бля. Големом башню сносите. А, не он, типа, давайте выбегай. Башню мне хотя бы отдайте. Вроде же за башню теперь всем одинаково золото дают. Релокейт, релокейт! Релокейт, пацаны! Ага. Save me, плиз, хилк ми! У вас меху хоть собрали? Нет, еще не успел. Вот, сейчас прилетит. Я крипа похилил. Сало, всем сало. Жестко, пацаны. Вы поаккуратнее будьте, а то если этот интеллект это понатырит сало, то вообще капец будет. Да говна он понатырит. Почему ты боишься именно Сайленсера, а не он друида, пояснили? Сайленсер тебе сосёт, блядь, на протяжении всей игры. Сайленсер он жесткий. Давай отойдем. Если Сайленсер не попадет в Black Hole, то... А я думаю, нет. Пандец, вы Black Hole просрёте просто так. Вот Джакира, у меня сейчас БКБ будет. На тебя трак, беги. Так, я на базу, мне надо... Кто будет гем покупать? Блять, что сделать? Ау. Да, он бьет. Пацаны, варды нужно везде просто. Ну размножайтесь, вы ебаные дуэль. Да, я все сделал. Я, блин, у меня два варда еще, я просто не успеваю. Сентрики или обычные? Обычные желательно пока что. Но сентрики с собой тоже желательно носить. Там... Да. Купите, да. Я возьму-ка инвиз и пойду к ним в лес. Делайте мне дабл стайки, слышь, пацаны. Что сделаем? О, инвизибилити. Виспа убью нафиг. Генчин, виспа. До следующего блэк-холла 30 секунд. Пацаны, сайленсер. Сколько там у Варлока? Го в лес заберем. Варлока тоже, блядь, сейчас мы им нанесем манусы. Сук. Я не знал, что там еще был БХ. Как он классно оказался в блэк-холле, блядь. Красавчик. Дабл стакс на звезде.
Спасибо большое. Нифига себе, это что, первый килл? Нет, уже четвертый. Блин, тут они все-таки есть. Реген, пацаны, нужна кому? Ну, маны надо. Лоу. Все, есть блэкхол. Реген, кому взять, пацаны? Не трогайте крипов, мне осталось 3 сотни головы. Get back, motherfucker, you don't know me, like that. Get back, motherfucker, you don't know me, like that. Николас тоже, и Крик тоже 50. Все на лоу, встань. Ред, успевай. Этого. Сейчас. Что у меня гоним? На 20-й яблончики. Пинки, не иди вперед, пускай до лонов, они решат, что это ты маленький такой просто. Не полезли, смотрите, тебя залочат. Давайте сюда все. Чирилокейт будет. Ну я-то могу убежать. Давайте, давайте, кто там? Короче, я сейчас могу синициировать. Смотрите, я сейчас инициирую. Идите. Давай, а я потом влетаю. У вас нима типа инициатор. Давай инициируй. На меня нет, я фармлю. Ага, заебись, инициирую. Сало. Блять, 500. Ох, жесткий. Блэкхол. Немножко Саня, более мне показалось, хуёвый. Или ты выпихнул их из блэкхола? Нет, я их не мог выпихнуть. Это демон, наверное, да? Нет. Ох, ебаный. Давно с утра, по-моему. Слушай, я не пофиг. Убейте его, пожалуйста, убейте БК! Мы сегодня заходили с тобой, ты нам даже две не открыл. Да, во сколько вы со мной сходили? В 5 часов утра. Убиваем. Ну обосраться, я спал. Убиваем, не добиваем. Как можно в это время спать еще? Ты, сука, иди сюда. Я сплю до может двух дня. Ну блядь, ну что вы делаете? Писечка же, писечка. Слышите, Энигму убивают, Энигму убили. Как вы это, как вы вообще не заметили, что Энигму убили? Корняк был обнаружат. Инвокер без папы. Коротенький, коротенький, бля. Смотрите, смотрите, One versus One, кто же выиграет? Мартра, беги! Беги, Мартра! С кем там Мартра воюет? Да чека. Уже не с кем. Чека, чека воюет. Много чека, одна Мартра. Ну, а настоящий чека остался фармить почему-то. Мартра убегает от его иллюзии. Загнаем в душу, тварь. Ну, наверное, как раз мной был. Убейте его, там на... Он все на лоу, давайте убейте его, там... Санстрайк! Где Санстрайк? Он сейчас улетит, блядь! Саня, Санстрайк, ну что ты такой донный? Летай! Нахуй, вот, все, просто... Релокейт! Жесткие релокейты, потные релокейты, под. Ты никуда не улетаешь, блядь. А блин, что я опять забрал? Что это за предмет, который достиг нового ранга, что? У Сашки предмет достиг нового ранга. Это бывает. Как, Саня, что? У меня, сука. У меня что опять забрали, вот у Гаш красавчик. Ой, простите, я просто в магазин в тайный ее сбегал. Не ломай, дай это лончик. Недовоны, блядь! Парни, я у него фарм украл, парни, все нормально. У меня стрюнжовая шапка на инвокера просто, и все. А дайте мне тауэр. А, это типа когда киллы считаются? Да. Я скажу, блядь, ты не мог золотить эту штуку. Потому что пинки своих илданул. Элдолонов. Да если не смог заслужить, понимаешь, ты нанес первый удар, он просто добил. Да? Николас, ты куда улетаешь? На базу. Зачем? У меня сейчас БКБ будет, сейчас вообще фан будет. Ко мне Сайлух идет. Не связались! Энигма! Йоу! Энигма, дай там. Делайте даблстаки опять, пацаны. А как ты обратно пешком, что ли? Медведь, смотри, смотри, молитесь! Корни! Ой-ой, хана инвоку, хана инвоку. Ай-яй-яй. А, пацаны, пацаны! Инвока спас, я сказал, заканчиваю. Сколько можно? Уничтожены, блядь! Спасайте Энигму, 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 ай, черт. Да что ли хорош комментировать, там, видишь, там просто мастерский Black Coil был. Black Coil. Ну, не надо, ты опаздываешь, ты опаздываешь. Пацаны, пацаны, я вот что нашел, сейчас берем. Пожалуйста, а потом рейдер. Мне
Ну да, Никлас, тебе как раз помощь. Давайте убьем эту шлюху. На. Он весь на лоу, мапука! Килл Джекира, килл Джекира! Пидор, ну, блядь, такие смешные, серьезно, пацаны. Ну не могу играть, слышишь, да? Да блин, у меня 900 пунктов, вы совсем охерели. У меня 12, что? Ты еще подрасти уж, не волнуйся. А что вы, пацаны, блин, что это такое у нас на базе? Что это за хуйта, блядь? Вард. Кто вард на базе поставил? Дайте аркану. Сейчас тебе арканы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, get back, motherfucker! Воу! Ух. Пацаны, отходим, пацаны. Как пацаны, так уходим. У тебя вылетел крит 1200? Откуда мне знать? Так до моего блэкхола еще очень далеко, отходим. Пойдемте отпиздим на развороте. Ты видел мой блэкхол второй, слышишь? Ну идите. Разворот. Я видел. Не нужен. Давай. А я не знаю какой. О, настоящий. Попал. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker. Get back, motherfucker. Нет, я просто подумал, что мы бы... Можете на меня лакрить повесить, мне как бы... Магнуса взять было лучше. Магнуса сразу забанили. Магнуса сразу забанили. Я забанил, у них был бы First Pick, они бы пикнули Магнуса. Я забанил его. А чё не Дарк Сёра тогда? Карт его. Ай-яй-яй. Ты видел, как я был холм спас рокера? Жёсткая стержка. От БХ и Медведя. Убили нахуй. Не, кто сейчас спорит, будет... что Black Hole жесткая стяжка, но просто раз в 180 секунд, это долго. За хуйня рефрешер. Рефрешер тоже раз в 180 секунд. Братишка, иди сюда. О, е, мы фак, мы фак. Выход, постой, парень. Маны, маны дам. Нифига ты в бедного БХ скиллов позаюзил. Был, сейчас скину, короче, и просто разнесешь. Разнесешь его прям, давай. Эй, вы зачем голема-то под фонтан послали? Да, он сам туда забежал. Я могу холить фонтан. А у меня нет скиллов, блять. Был бы рефрешер, пизды бы дал. Фонтан не будет холиться. Get back, what the fuck you know me like that? Меня забирают. Нет, братишка, стой, братишка! О, get back, motherfucker, no me like that, get back, motherfucker! Motherfuck, motherfucker, bitch, motherfucker! Пинки, с чего это у тебя такое настроение, ты понял? Слышь, какого черта бис... Как ты видел мое прожитое имя, блядь? Какого черта бис к медведю присосался? Бис к медведю присосался, у них там, конечно, биски секс. Пацаны, мне нужна мана и будет Black Hole. Ты упоролся, а не оба парня. О, Мартра, Мартра килл любого, на! Не, а теперь убивай башню. Нету Мекки. А, я должен убивать башню, ну почему башню? Хил на меня, можешь поменять? Мекка, да, делает Саня. Мекку и хил давай. Саня оборзел. А чё, его все равно не видно. Иди-ка сюда, дай-ка бывай его в дискорд, иди-ка сюда. Я где, думаешь? А, в таверне, что ли? МАЛПОГО! Это мне видно, тварь. Я делал вот так вот. Ой, блядь! О, блядь! Он мне сбил блиндайгер! Мне слайдер блиндайгер сбил! А, блядь! Красиво стилишь, Кирилл. Ну, ты у меня насилил, так что все. Кто у тебя стилил? Я больше... Я больше чем ты, дамажа. 27 Только у меня криты по 1000 выпадали, ничего? Мать, ресурс, а это вообще возможно, блядь! 28 машистов. Ну, бог, давай на развороте чисто, блядь. А, у меня нет нихуя, пизда мне, короче, походу. А, нет, я сейчас включу вот эту залупу и все. Ай, спасите меня. Ах, блядь, силки не дался. Ай-яй-яй, блядь. А, Вист, ёпт, пришёл, иди ты нахуй.
Ай, не успел! Мне один крит, и я его убью. Аркану дайте. Блин, у вас... Браток, пока нет, браток, аркан. Сейчас дабл демон сделаем. О! Подожди, вейл сначала! Пока! Я буду подобен, пацаны. Такие криты выпадают. Просто, блядь, как бомжей. Дайте я опять тут фонтан залечу. Ай-яй. На, Марта Кингова. Не было маны на огонь. Хил, зачем ты фонтан залез? Мне не захотелось, залез. Я еще раз залезу. Кита! Ты видел, какой там крит выдал, господи? Нет, в этом моменте перебляй. И Нима, короче, состилил 2 кило, просто состилил, как чмо. Блядь, не, у вас и Нима бог просто. Да он чмо, блядь, а босс. Да, пиши. У нас варлок бог, 10-0. Вот варлок реально бог, спасибо за игру, надо тебя друзья добавить. 32 тиса. Приятно было поиграть, спасибо. Ой, блин. Он тоже с Украины, нифига себе, малый. Это нормальный, блядь, в отличие от Пинкина. Да, я не спорю, нормальный. Нормальный прохол. А тут столько прохолов прозвучало, да? Шмотки. Саня, стилил, а у меня золото минут все равно больше чем у него. Get back, motherfucker, you don't know me like that. У меня 155 пипов. У тебя Саня только один килл стильнул. Сколько? На дагестанцев играть? Я видел только один килл. Ну это ты видел. Смотрите, у Фила, у Фила, у Фила, у меня багет. Воу, полегче, Саня, успокойся, да мне насрать. Дэмэджа больше, блядь. И если Фил не стилит фраг, то это я, значит, состилил, блядь. Короче, Саня, вспомни, когда ты закарикал. Это легендарная логика Фила. Не застилил он, застилил кто-то другой. Даже если Фил в таверне, у него все стили. У него в таверне.